Козельского у Международного университета. Константин Петрович Клименко, который сегодня, вот как свойственно истинным разведчикам, скромно сидит в углу, обрамив себя красным галстуком при этом. Но, тем не менее, все фиксирует своим пытливым и, я бы сказал, таким очень зорким, мужественным и мудрым взглядом. Я расскажу один эпизод, когда я стал настоящим патриотом России. Вот после этого точно. Если не ошибаюсь, это было в 89 году. Я плохо вел себя на работе. Меня решили сослать из Москвы. Вообще, один большой начальник кричал, говорит, выслать его из Москвы подальше, чтобы я его не видел, не слышал, вообще не встречался. Вот вообще, не видел нигде. Думали, куда отправить подальше, решили за океан в США. Welcome to the United States. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Ну и я приехал в первую свою жизнь командировку. Ноябрь, холодно, Манхэттен, дует с океана, холодно, зябко, эти башни ненормальные. В общем, через несколько дней мне стало совершенно там неуютно одному, как-то так. И я затосковал по родине. Ну а как тоска у русских людей по родине появляется, когда они там оказываются? Они там пытаются национальный напиток вспомнить какой-то, еще какие-то методы, да? Это помогает как-то вот избавиться от хандры и всего такого прочего. Ну, на самом деле... Зябкостью в том числе. И мне на самом деле захотелось, вы знаете, обычного черного хлеба. Вот такая история, думаю, ну, к этому национальному напитку еще очень важно, чтобы был черный хлеб. И я вот хожу по всем этим кондитерским, булочным, вы знаете, всюду белый, серенький, еще какой-то, вот настоящего черного нет. И я уже замерз до невозможности, уже трясет всего, уже селедку даже купил, а вот черного хлеба нет и нигде. И наконец подхожу, витрина освещенная, красивая такая, круглый, черный хлеб, подсвеченный. Я влетаю в этот магазинчик, показываю ему пальчиком, там срочно рассчитываюсь, он мне в бумажный пакет, я бегу с этим пакетом, селедка в одном кармане, хлеб в другом, забегаю в номер, в отель. И знаете, вот с таким удовольствием беру и ломаю этот черный хлеб. А он шоколадный с изюмом. Вот я его швырнул, сказал, все, больше здесь не хочу быть. Goodbye, Америка, где не был никогда. Прощай навсегда. Еще раз 5 минут туда отправляли, но у меня уже аллергия была полная на Соединенные Штаты Америки и на подобные большие мегаполисы. Но вот когда ты находишься вдали от родины, когда ты находишься в какой-то негативной ситуации, у меня как-то встреча с людоедами ночью случайно произошла тоже. Я гулял, понимаете, я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас везде можно. Знаете, вспоминаешь детали, вот я, таксист меня неправильно высадил, я тут немножко заблудился. Я вспомнил, как 32 года назад я по одному из этих переулков, значит, запомнил какую-то деталь, я его опять увидел. И вот когда ты попадаешь в какие-то критические, сложные ситуации, но все равно сердечко твое вот здесь, где-то в Москве, где-то в родном Подмосковье. Вот Дарья как споет подмосковные вечера, ну как о родине забыть? Невозможно. Счастлив снова вы, как мне дома. Поэтому, друзья мои, я искренне вам всем хочу просто пожелать, знаете, чтобы у вас в сердечке тут ёкало. Как бы жизнь ваша не сложилась, как бы вам не показалось что-то, погода может неудачная у нас, или еще какие-то проблемы. У нас всего хватает, что там скрывать. Но у нас же вот это есть. Мы же все равно с этой частичкой. Нас не сломать, не изменить, не передвинуть невозможно. Потому что вот здесь оно есть. А дальше происходит синергия. Вот она произошла у нас с Сергеем Викторовичем. Так, да? Внезапно, я даже не помню при каких обстоятельствах, но Сергей Викторович, это же маленькая атомная станция, к нему только один раз подключить, а уже отключиться невозможно. Оттуда или электроэнергия будет отключаться, радиация пойдет, да? Поэтому лучше как бы вот включиться и не расставаться. А потом вот так всех нас объединяет дипломатический клуб. Я впервые, наконец, меня пустили сюда, надеюсь, не прогонят. Но так же произошло и с Жаном, да, мы вообще с разных точек планеты, вот увиделись один раз, и произошла какая-то энергетическая связь. И вдруг пошли проекты,
Евразийской академии культуры и искусства. Вчера главная газета России, российская, об этом вдруг написала, да, подхватили все СМИ. То есть проект уже обречен на успех. Назад уже нет, позади Москва, куда же отступать. И различные другие проекты, я думаю, что вот если синергия всех людей, которые здесь присутствуют, бизнеса, гуманитарные, культурные, какие угодно, да, мы можем сделать такой энергетический заряд, мы можем такие показать результаты, какие дроны. Энергетика этой батарейки, насколько хватает, дай бог долететь и плюхнуться, извините меня. Понятно, что никакие технические вот такие злые вещи не работают, когда есть мощная человеческая энергетика. Все время человечество развивалось через мощную человеческую энергию. Все цивилизационные моменты происходили, когда люди просто объединялись. Я один эпизод сейчас скажу, о котором, к сожалению или к счастью, вы нигде не найдете в прессе. Вот у нас есть замечательный праздник не только День России, а 4 ноября, День Единства, да? Мало кто знает обстоятельства этого дня. Мы все знаем про Минина, Пожарского, как они народное движение возглавили, патриотическое. Пусть знают дети наши и внуки наши и правнуки наши и все русские люди, которые будут, что послужили мы Отечеству верно. Очень жестко возглавляли. В Нижнем Новгороде, на самом деле, никто не поддержал их приезд. Состоялась вечер, но не поддержали нижегородцы. Считали, что отсидятся. Вот чтобы собрать воинство и пойти спасать государство, Москву, Пожарскому пришлось очень жесткие методы. Не за свой город, не за Нижний один, а за все государство московское надо поднимать ополчение. Неужто ж не станет нам доброй воли? Неужто добро свое, рухлядишку свою пожалеем, а землю родную не пожалеем? Не хочу их даже декларировать сейчас, что вынужден он был сделать, чтобы собрать эту народную дружину. Но он это сделал. Армия уже, народная армия пришла, изгнала интервентов, русское государство восстановилось из пепла, по сути. Поэтому, друзья, я искренне желаю всем вот огромной энергии добра, объединения всех наших усилий, и чтобы мы вместе творили добро, и тогда мы будем жить долго и счастливо. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо.